Нет, за 4. Ой, за 7 тысяч купил на это. Ты снял с меня эту штуку? Да. Эту штуку снял, да? Ну я свою поставил. А уже работает камера? Ну, это же первый раз такие. Сергей, прием, прием. Слышно хорошо, выбери чуть-чуть глубину. Вы когда команды сами даете, думаете? Он сейчас бы начал хуярить. Сережа, мне нужен трос, отдай мне его, пожалуйста. Да я понял, что вам трос нужен, я лебедку завожу. Так зачем? Ты просто ремень подкинь, дай нам. Либо так подвымотай. Давайте, подматывайте. Че? Это вариометр, у него на колене. Как только крыло вышло над головой, обе креванточки раз поджал и держишь. Только не сорви крыло вниз, не надо, вот так поджал и подержал. У вас там Коля соло летит? Учебно-полет третий. Смотри. Соло. Вот ты летишь. Вот на затяжку идешь. Угу. Таким ногажом. Вдруг происходит обрыв. Угу. А твоя задача резко отцепиться, вот, и к леванточке взять руку, ну, к леванту, вот, и дождаться, когда крыло выйдет в горизонт, и в этот момент обе симметрично затянуть и подержать крыло дальше немножко вперед и отсыпаться вниз по полю. Если этого не сделать, то мощный крыло идет, будет очень качать. Стараешься, Вань, держать отпущено. Подожди, сейчас я... Вот этот узел здесь специально сделан? Значит, сейчас. А далее, короче... Блядь, Саш, сбивайте меня постоянно, нахуй. Чего? Вот этот прикинь. Он же тянет эту часть. А за Достоевским? По затяжке, смотри. Значит, клеванточки держишь вверху. Когда надо, я тебе говорю, такой подработать. Просит курс на лебедку держать. Ну понятно, перпендикулярка. Будет в какую-то сторону сносить, зависимости от того. Но учти, что здесь может быть потоки термички посильнее, чем тогда, когда мы видим на металле. Не было. Можно будет чуть-чуть поменять. Че? Оператор первого канала. Оружие возьми. И вдруг нападут талибы. А где оружие? А где оружие? Вон там лежит. Безопасность сегодняшних полетов обеспечивает пистолет. Вальтер. Водяной. Водяной. Заправляется с бутылочки? Ватер. В принципе, я готов. Смотри, у нас пилот готов. Третий учебный полет. Смотри, то ветер, то встречный 2-3 метра в